Так и так, друзья, продолжаем с вами знакомиться с огромной вселенной Xiaomi. Сегодня рассмотрим инструменты, которые, по моему мнению, должны быть в каждом доме. Возможно, что-то вас заинтересует, захотите приобрести, или кто-то уже что-то использует, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а мы начинаем. Инструменты от Xiaomi и их партнеров. Всем привет! Лазерный дальномер с сенсорным экраном Xiaomi Duka LS5. Данная версия способна производить измерения на расстоянии до 40 метров. Оснащена LED-экраном и портом современным Type-C для зарядки. В комплекте есть кабель и, конечно же, базовая инструкция. Дальномер размером с зажигалку, корпус металлический, встроен аккумулятор внутри. Его заряда хватает на 1000 измерений примерно. Это очень круто с учетом того, что предусмотрена еще и быстрая зарядка. Для включения нужно нажать на сенсорный экран и подержать палец 3 секунды. Загорится индикация и приветствие, после чего все, прибор готов к работе. Тапом по экрану будет произведено измерение выбранной функции. Длина, объем, площадь, измерение высоты и другие. Свайпами все это меняется. А еще одна фишка, и что отличает этот дальномер от других, здесь предусмотрена функция нивелира. Выбрав эту функцию, можно найти нулевой уровень. Калибровка предусмотрена. Возможно, возникнут вопросы у некоторых людей, конечно. Сенсор, это же неудобно, не нужно. В перчатках нажимать не получится. Ребят, я отчасти с вами соглашусь, но этот прибор по большей части покупают для измерения внутри помещений, замеров для установки мебели, натяжных потолков, кухонь, да и просто в обычно-квартирно-домашних бытовых измерениях. Компактный, простой, да и всегда под рукой, можно носить в кармане. У Xiaomi есть несколько версий таких дальномеров, все ссылки я оставил в описании, есть и с кнопками. Очень много заказов, десятки тысяч. И еще, конечно же, таким лазерным дальномером можно играться с кошкой, если аккуратно, не светить в глаза, то вполне себе получается интересная забава и развлечение для вас и для вашего животного. Только, конечно же, делайте это все аккуратно. Но есть и более крутые модели, которые, так сказать, в разы дальше смотрят, чем вот этот вот маленький дальномер. Дальномер лазерный Yupin Duka TR1 800 или 1200 метров с ЖК-экраном. Данный измерительный прибор разработан для получения результата замера в расстоянии, находящейся на большой дистанции, в отличие от тех же карманных мини-дальномеров. Особенность данной модели – наличие встроенного аккумулятора и жидкокристаллического дисплея, который отображает нужную информацию, включая расстояние до объекта. Помимо этого, устройство получилось очень компактным, удобным для управления даже одной рукой. Ближе к линзе расположено колесо увеличения. На борту шестикратный HD зум. В комплекте есть тканевый чехол, кабель для зарядки формата Type-C современный и темляк. В магазине предусмотрено две модели. Одна измеряет расстояние до 800 метров, вторая до 1,2 километра. Ориентировочная стоимость $60. Можно сказать, дальномер с функцией зрительной трубы. Производит замеры на расстоянии от 3 метров, погрешность примерно 0,2%. Больше деталей по ссылке в описании. Yupin Jimmy GM JNT80. Набор бит и отверток 80 в одном. Xiaomi совместно с партнерами выпустили более 20 различных отверток. Наиболее популярный вариант был в пенале, вот такой, появившийся на свет, наверное, около 5 лет назад. Он и по сегодня продается и является хитом продаж. Для более требовательных пользователей появился вот этот вариант Jimmy GM JNT80. Для хранения предусмотрен тканевый чехол на шнуровой завязке. Набор поставляется в кейсе, который состоит из двух частей. Фишка в том, что соединяется между собой при помощи мощных магнитов и держится крепко. Внутри три отвертки, два пинцета, 72 биты удлиненные, с помощью которых даже сложно представить, что вы не сможете открутить. Есть на все случаи жизни для разной техники. Для удобства их извлечения предусмотрен подвижный рычаг. Толкаем его, и все биты в легкой доступности. Отвертка имеет на торце проворачивающийся упор и телескопический держатель для бит. Можно регулировать нужную длину. Это тоже удобно. В кейсе из полезного есть отсек для хранения мелких шурупов, а также магнетайзер-демагнетайзер. Биты не пластилиновые, все маркированные и брендированные. Хватит на долгое время, конечно, при разумном использовании. Ориентировочная стоимость на момент публикации $35. Покупку можно рассматривать как для себя, так и в качестве подарка. Я думаю, мало кто откажется от такой вещи. А еще я оставлю ссылку в описании вот для такого набора, более компактного, в пенале, раскрыв по клику, который получите 21 биту и отвертку с битодержателем. Отвертка может быть удлинена за счет специальной насадки, биты хранятся в своих местах за счет резиновых держателей. Кейс здесь из металла, твердость 60 HRC, ориентировочная стоимость такого набора будет примерно $19.
Плоскогубцы Weeha Wire Cutters. Этот инструмент также должен быть в каждом доме, по моему мнению. Что-то поддержать, открутить, зажать, перекусить, согнуть. Со всем этим делом справится вот эта вещь от Xiaomi Weeha. Инструмент среднего размера, приятно держать в руке. Люфт вообще отсутствует в любых положениях. Подгонка здесь на высоком уровне. Поверьте, друзья, есть чем сравнивать. Инструмент сделан из высокоуглеродистой стали, которая не боится механических повреждений и высоких нагрузок. Она прошла несколько этапов термической обработки, поэтому отличается высокой износостойкостью и долгим эксплуатационным сроком. Таким образом, плоскогубцы можно использовать при выполнении самых разных работ, не боясь повредить. Здесь также используется современная технология Dynamic Joint, которая включает в себя эффективную передачу усилий губам инструмента, а специальная конструкция увеличит эффект рычага примерно на 20% по заявлению производителя. Таким образом, чтобы перекусить провод, достаточно приложить совсем немного усилий. Ну и еще острота самих наконечников. Помимо этого, хват здесь трехточечный для максимально прочного удержания. Насечка не слизывается сразу, как это бывает в более дешевых вариантах. Сталь реально хорошая. Сама насечка на концевиках мелкая, но несмотря на это, как я говорю, не пластилин. Держится все очень классно. Если хотите реально хорошие плоскогубцы, обязательно присмотритесь к данной модели. В нашем инстаграм-магазине есть несколько единиц, да и другие товары. Bellstore.ua, ищите ссылочку в описании. На сегодня все, друзья. Дайте знать в комментариях, какой вы чаще всего используете инструмент в вашем доме. Будет тоже интересно почитать. Мы с вами не прощаемся. Новое видео уже готовлю для вас, поэтому подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, чтобы ничего не пропустить. Увидимся очень скоро.